Сколько казаков живет в нашем районе? Уже около 40. Но можно ли их выделить по внешним признакам? Можно, но далеко не всегда. Конечно, мы люди все современные, живем в городе, ведем городскую жизнь, и уклад стиля жизни у нас городской. Все мы, в общем-то, обыкновенные люди, которые заняты своей работой, своим домом, семьей. Вот. Но, как мне кажется, здесь самое главное в нашем обществе – это то, что здесь каждый может найти для себя занятие, да, по душе. А таких занятий в казачьем обществе масса. Рукопашный бой, конный спорт, общественные дружины. Но обо всем по порядку. Но какая связь между японскими боевыми искусствами и русскими народными традициями, спросите вы? Ответ найдем в школе физического воспитания «Казачий дозор». Здесь через борьбу воспитывается патриотизм. И пусть приемы азиатские, но настрой исконно русский. Прежде всего, это связано с тем, что все-таки любой тот же мальчик должен прежде всего готовиться к защите своей родины. То есть это плюс патриотическая подготовка. Почему именно рукопашный бой и работа с оружием? Потому что это подготовка к службе в армии. В принципе, изначально для чего казачество и существовало на Руси. Не интересует единоборство? Не беда. В запасе у станичного общества имеется собственная конная ферма, где можно научиться ездить верхом и заботиться о животных. И не только о лошадях. Более 2 лет назад была организована школа верхового искусства с целью завлечь молодежь в этот прекрасный спорт. Мы привлекаем детей на бесплатной основе от 7 до 14 лет. Не безразлична судьба родного района? Тогда можно вступить в народную дружину и показать свое неравнодушие в деле. И былинным героем для этого быть вовсе не обязательно. Нам не безразлично, что в городе. Мы хотим, чтобы здесь был правопорядок. Ходим мы в патрули по субботам, в субботу вечером. Маршруты намечает полиция. Вместе с полицией и ходим. Сегодня казаки занимаются служением России. Вот. Мы возродили такое понятие, как сопровождение конвой патриарха всей Руси Кирилла. И участвуем очень часто на мероприятиях по освящению храмов. Вступить в казачье общество может каждый, но для этого нужно пройти проверку, которая длится полгода. По словам атаманов, срок как раз подходящий для того, чтобы выявить все необходимые качества кандидата. А самое главное – выдержку. Без нее казаку никуда. Александр Шишов, Владимир Бежонов, Павел Игнатьев, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».